17 января 2020 год, Харьков. 15 где-то по Киеву, тестирую фотоаппарат. Никогда у меня не было зеркалки. Никогда у меня не было Кэнона. Впрочем, плюс 5 крещенские морозы тоже никогда, по-моему, не было. Только выброшенные елки напоминают о том, что у нас сейчас сичень на дворе. Хочу посмотреть, как фотоаппарат работает на ходу, как раз ветерок сейчас. Солнышко, плюс 5, елки-моталки. Сейчас, видимо, хорошее освещение работает в автоматическом режиме. Да, как-то вот никак. Две Соньки у меня было, Nikon. А вот Canon никогда не было. Ну и зеркалки не было. Конечно, смены я там не считаю. Феды наши харьковские тоже не учитываю. Непривычно, конечно, обилие функций, просто габаритности. Вес фотоаппарата, объектива, китовский объектив тут стоит. Да, у меня даже со сменной оптикой никогда не было. Ну, чтобы нам тут завестись, так. Лады. Для первого раза хватит. 17 января 2020 год. Харьков и плюс 5, наверное, самое большое впечатление от крещенских морозов.